Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как мне выйти из позиции ребенка? Это стало пиком, вылилось в скандал. Осознание и принятие позиции ребенка произошло не очень давно. Ну, давайте для начала, наверное, попробуем сформулировать, что такое позиция ребенка вообще. Как она выражается? Позиция ребенка – это хаотичные, как угодно это можно назвать, да, хаотичные желания, грубо говоря. Если прям вот совсем грубо, да, то это одни хаотичные желания. То есть это желания, которые проявляются для, ну, для человека неожиданно. Вот. Это такие желания, которые человек, к которым человек оказывается не готов. Вот. Для него это, ну, неожиданно. И он, соответственно, значит, не отслеживая их, не умея отслеживать их, да, да, не имея навыка по отслеживанию их, значит, он как-то их также хаотично выражает, также хаотично их проявляет, вот, и так далее. По сути дела. Вот. А при этом, наверное, было бы правильно сказать, что ответственность, вот именно ответственность за свои желания, вот, человек возлагает или перекладывает, если угодно, на кого-то из других людей. Вот. Такая вот довольно получается неприятная история. И, в общем-то, это становится причиной, так скажем, страданий. Вот. Для как самого человека это становится причиной страданий, так это становится причиной для страданий вот людей, которые как-то вот находятся рядом, да, то есть, ну, просто вот те люди, которые вот рядом, они оказываются не готовы к таким проявлениям, они оказываются не готовы, эти люди, вот, и их тоже, ну, у них тоже это вызывает, определенную боль, определенные переживания, определенные страдания, конечно. Вот, значит, как выйти из позиции ребенка?
Из позиции ребенка, на мой взгляд, можно найти выход через принятие своих желаний, вот, замечание их, то есть чтобы, ну, замечать свои желания, вот, беречь их, это очень важно, чтобы человек берег свои желания, относился к ним по возможности бережно, по возможности как-то вот с любовью, вот, не отвергал их. То, что хочется человеку, да, то, что для него важно, вот, и вот в какой-то степени, да, получается, в какой-то степени действовал немножечко на опережение, если можно так выразиться. То есть, как бы, ну, просто вот зная, как бы, ну, зная, скорее всего, вот, ему будет, ну, хотеться вот чего-то, вот, он бы предпринимал какие-то меры и какие-то шаги для того, чтобы вот, условно говоря, чтобы, ну, как-то вот реализовать свои желания. То есть, грубо говоря, подключать свой интеллект, подключать свои, ну, когнитивные способности, да, подключать свои когнитивные функции, вот, и, значит, ну, делать так, чтобы именно вот они, то есть именно когнитивные функции, чтобы стояли, ну, на страже того, что что человек хочет, потому что у ребенка, ну, вот, к сожалению, ничего такого не происходит. Ребенок тот, кто вообще никак свои желания не защищает и никак их не окружает, ну, вот, каким-то таким ореолом, если угодно, ореолом заботы, ореолом любви к тому, что, в общем-то, хочет человек. Вот. И, конечно, это проблема. Да, большая, серьезная проблема. Вот. Для, ну, вообще, для человека, потому что желания, они ведь, ну, никуда не деваются от того, что человек на них вот, ну, не обращает внимания, да, они никуда не деваются, эти желания, вот, и как-то, ну, надеяться на то, что, ну, что они перестанут тут, желание меня беспокоить, да, ну, мягко говоря, наивно так думать, да, наивно.
наивно предполагать, что это произойдет. И тем не менее, вот что очень важно, на мой взгляд, то, что как раз-таки вот люди, в частности, вот те, кто находится в детской позиции, как раз-таки продолжают значит, так себе относиться. Вот. Естественно, это процесс, потому что признать свои желания, да, не так просто, вот. Потому что в какой-то степени разрушается вот представление о себе. В первую очередь представление о себе очень сильно разрушается. Я о себе думал вот каким-то одним образом, да, к примеру, а вот, ну, мои желания, да, они взяли и продемонстрировали то, что оказывается. Я совсем другой, и вот это, конечно, очень нелегко. Нелегко это принять, вот. Дальше. Нелегко брать личную ответственность за свои желания, потому что очень часто в этот момент значит, резко выясняется, что возможностей для того, чтобы, ну, чтобы реализовать то, что я хочу, вот, меньше, вот, ну, просто вот меньше, чем вот я, когда, например, думаю, что я там чего-то хочу, да, и вот попрошу сейчас вот кого-то, и мне помогут. Это как-то вот кажется более выигрышной ну, позиции, да, вот, чем когда я один. Вот когда я один, мне кажется, что я вообще не справлюсь сам. Вот. А если справлюсь, то, ну, удовлетворение, вот, того, что я хочу, будет, ну, сильно меньше. Вот. Это очень может фрустрировать, это может очень сильно деморализовать, вот. И как следствие, я могу ну, как-то захотеть убежать от этого. Вот. Кроме того, часто бывает страшно, вот, ну, ребенку, если человек находится в детской позиции, да, то ему частенько бывает страшно. Вот, ну, просто потому что вот, ребенок, да, ну, боится, это нормально. Это нормальная
целом поведенческая такая реакция, вот, потому что я не знаю, как мне там действовать, я не знаю, как себя, ну, вот, в ситуации вести, я не привык к этой ситуации, соответственно, я боюсь. Вот, поэтому вот, приучить себя к тому, чтобы не убегать, да, для этого, в общем-то, не нужно себя заставлять, да, для этого не нужно себя как-то вот там мучить, например, ни в коем случае. Для этого достаточно просто как-то исследовать то, что вот, хочется вот, в первую очередь, и смотреть на то, как я могу себя к этому приблизить, да. Вот. Я думаю, что вот как-то вот двигаясь в таких направлениях, вот, вы можете получить для себя возможность выйти из состояния ребёнка, ну как выйти, не полностью выйти, конечно. Полностью выходить и не надо, а вот именно перестать быть, ну, зависимым человеком от этого. Вот. Это такой момент. Следующий момент. Это то, что значит скандал, который у вас произошел, значит, ну, с кем-то из ваших близких является результатом не того, что вы ну, ребенок, не того, что вы ну, ведете себя как ребенок, а является результатом того, что вы накапливали свои переживания, вот вы их копили, вот вы себя сдерживали, вот, причем вы себя сдерживали, потому что, не потому, что вам это хотелось, вот тоже отличительная черта детского поведения, вот, конечно, ребенок сдерживает себя в своих желаниях. Вот, но он это делает несознательно, он это делает вынужденно, вот, и, в общем-то, эта вынужденность, она его обижает. То есть это не внутреннее согласие с тем, чтобы отложить свои желания, да, ну, на какое-то время. Вот, хотя бы, небольшое хотя бы время, да, то есть вот, как-то вот там просто дать себе какое-то время. Вот. А многие люди, психологи, в смысле, я думаю, сказали бы еще такой момент, что ну, взрослый человек это тот, кто умеет вот как раз откладывать. То есть, ну, такая, знаете как, переносимость к фрустрации. То есть, когда человек вот, может и хочет откладывать свои желания на потом. То есть, ну, просто откладывать, даже не на потом. Вот. Ну, я к этому отношусь несколько
скептически, вот конкретно к этой части, потому что мне как раз кажется, что откладывать свои желания можно только для каких-то других желаний, да, ну, может быть, более таких легких для реализации. Поэтому вот тут такой момент, достаточно серьезный, да, достаточно важный. Вот, где хотелось бы, чтобы вы, ну, на это постарались обратить свое внимание. Вот. Естественно, очень хорошо, что вы заметили, что вы находитесь в позиции ребенка. Очень здорово, что вы заметили эту историю. Вот. Я думаю, что дальше вам будет проще. Вот, я думаю, что дальше вам будет легче. Вот. И вы сможете решить те ваши, ну, трудности, вот, которые у вас сейчас есть. Вот. Другой вопрос, что самостоятельно, вот именно самостоятельно выйти из состояния ребенка практически, ну, практически невозможно. Вот. Потому что есть, ну, определенные привычки. Вот. Есть определенные привычки. Вот, есть определенные выгоды, опять же, нужно понимать, что у человека есть выгода, у вас может быть, это самая выгода, то есть вам может быть именно выгодно, вам может быть именно выгодно находиться в этом состоянии. Вот, в состоянии ребенка. Вот, поэтому это тоже требуется прояснить. Вот. И дальше уже стараться удовлетворить именно эту потребность в том, чего вы хотите, стремясь за выгодой. Вот. Потому что, ну, пока выгода действует, вот, пока она, эта выгода вас ведет, я думаю, что вряд ли, совершенно вряд ли у вас есть шанс на то, чтобы, значит, выйти из своего состояния. Вот. Вот как-то так. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это интересно. Мне очень интересно. Мне интересно очень, откуда вы узнали про позицию ребенка. Вот. То есть, ну, где вы об этом слышали? Потому что если вы услышали где-то про эту позицию, то я думаю, что вы же знаете и какие есть, ну, способы выхода. Вот. Потому что я не думаю, что возможен такой сценарий, где вы узнаете,
только про А, но ничего никто не знает про Б. Вот. Я думаю, что так не может быть. Вот. Ну, в целом, конечно, вам нужна психотерапия. Вот. Помощь в этом. Обращайтесь, всего самого доброго.